О метео- и астропрогнозах Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более 1000 видов лабораторных исследований, все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная, 34, телефон 500-411. В среду 10 февраля, по данным гидрометцентра, в Северодвинске температура ночью минус 1, днем до плюс 1. Переменная облачность, небольшие осадки. Ветер южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба. Девиз среды от астрологов – все новое – это хорошо забытое старое. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Кратчайший путь к успеху в бизнесе, в быту и в отношениях с людьми – консерватизм и соблюдение устоявшихся правил. Ну а риска и азарта лучше избегать, разве что у вас на руках все козыри и вам известны карты противника. Успех – это здоровье. Загляните к нашему спонсору. Медицинский центр «Семейный доктор» – это все виды ультразвуковой и лабораторной диагностики. Консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Медицинский центр «Семейный доктор», Железнодорожная, 34. Телефон 500-411. До встречи!